Дорогие труженики села, я поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства. Я от всей души желаю вам здоровья, больших урожаев и отличной погоды. С праздником! Дорогие работники сельского хозяйства, разрешите от лица фракции Аграрной партии Украины Славянского горсовета поздравить вас с праздником работников сельского хозяйства. Пожелать всего самого лучшего, всего самого теплого, хороших урожаев, ясного неба над головой и мирного неба на нашей родной земле. Это праздник всей Украины, сердцем которой является земля. С праздником, дорогие аграрии! Шановні працівники сільського господарства, шановні аграрії, дозвольте від щирого серця привітати вас з вашим професійним святом. Сама я родом з села і знаю, яка у вас робота є важкою і кропіткою. Тому від імені депутатів Миколаївської міської ради хочу побажати вам крепкого здоров'я, наснаги, терпіння, миру і тепла в ваших домівках. Вам, дорогі земляки, сьогодні приходиться працювати во время военного конфликта в тяжелых погодных условиях, непростой финансовой ситуации, и при этом вы добиваетесь достойных результатов. Желаю всем, кто трудится на земле, мира, высоких урожаев, безотказной техники, хорошей погоды и крепкого здоровья.